Современным угрозам готовы. В Университете гражданской защиты МЧС выпуск. Лейтенантские погоны получили 107 спасателей. Впереди короткий отпуск, после которого молодые специалисты разъедутся на службу по всей стране. Беларусь – одна из немногих стран, где спасатели – это служба сродни воинской. Отсюда и дисциплина, ответственность и воинские ритуалы. Выпускников по традиции напутствовал глава ведомства. Уровень, конечно, рисков всевозможных. И вы видели, сколько природных катаклизмов, которые раньше Беларусь не знала, тем не менее происходит. Конечно, это заставляет внедрять в учебный процесс какие-то новые программы, совершенствовать и подходы, и очень много научных разработок. И я рад, что наши курсанты занимаются наукой и внедряют практику. И действительно, как я уже сказал, государство должно быть практикоориентированной наукой. И мы этим сегодня серьезно занимаемся. Университет гражданской защиты образован указом президента 2 года назад. Уровень подготовки в ВУЗе один из самых высоких в СНГ. К нам на обучение направляют специалистов из Казахстана, Азербайджана, Таджикистана.